Каждый год наркотики начинают употреблять 90 тысяч граждан России, то есть 250 человек в день. 8 миллионов человек употребляют их постоянно. На асфальте дети жизнь рисуют мелом, радостно зеленым, темно-желтым белым. Облака и солнце, мама, папа, кошка, домик в два окошка, лунную дорожку. 90% наркоманов принимают дозу инъекциями. По статистике, от общего количества страдающих наркоманий 60% – это молодые люди от 16 до 30 лет. Мир искрится ярко, на асфальте сером не рисуют только дети черным мелом. В год только непосредственно от наркотиков умирает более 70 тысяч человек. Это около 200 человек в день или 8 человек в час. Только 6% наркоманов смогли вырваться из этого ада. Если счастье хрупкое, сохранить хотите, жизнь рисуйте правильно. Черный не берите.